область, богатый лесами край. Казалось бы, вали деревья, обрабатывай, доски, брус. Биоматериал всегда в цене, всегда нужен. В принципе, куда мы едем, там так и было. Но в 2000 году леспромхоз приказал долго жить. Ну а дальше, все было разрезано в металлолом. Что было в земле, оттуда было выкорчевано. Поэтому картину нам предстоит увидеть достаточно печально. Но несмотря на это, сохранилась узкоколейная железная дорога. Да, сейчас по ней движения тепловозов нет, но там что-то должно оставаться из подвижного состава. Дорога используется охотниками. Ездят в лес, там есть охотничий домик, есть вышки, куда садится стрелок, поджидая зверя. И есть движение мотодрезин для этих дел. Однажды я уже бывал на этой дороге, проехали ее всю, подивились на домик, видели болото, она кончается болотами. Очень надеюсь, сегодня у нас получится до туда доехать. Там очень атмосферные места, цвета, мха. Ну, как на какой-то другой планете. Такие яркие, кислотные. Рельсы уходят под воду. Шпалы, я не знаю, на честном слове держатся. Только, наверное, за счет плавучести древесины. В общем, едем, посмотрим, что осталось, что не осталось. Покажем эту картинку вам. Друзья, ну вот мы и доехали на место. А вы знаете, в настоящих пердях очень часто можно встретить одного интересного персонажа. Многие его знают по видео с канала Диггер Даниил Давыдов. Это Михаил. Человек, любитель Бейлис, любитель дрезин. Самый главный технарь нашей банды, мистер Уникум. Ну а тем временем давайте посмотрим, куда мы добрались. Вот Кунг, бытовочка, была когда-то на колесах. Одно из производственных зданий. И мы видим Ту-6П. Номер установить не получится. За ним платформа. Все это, ну, вот в таком вот состоянии, друзья. Но машина должна быть рабочая. Стекла целые, закрыты на замок. Давайте посмотрим внутрь. Живой пульт, тормоза на месте. Вполне рабочее состояние. А вон и снегоочиститель. Пошли глянем. А за ним еще одна тушка. Пока непонятно какая. Давайте глянем, что здесь. Деревянный. Напоминает старый снегочистый ЦУМС. Вот это крыло, которое выдвигается и как струк счищает снег. Пошли внутрь. Так. Опа. Вот мы видим элементы управления. Управление крыльями, а это вверх-вниз. Фиксаторы. Вон огромный противовес. Я думаю, сейчас-то не очень удобно. Так, что у нас с этой стороны? Ух, а вот, друзья, что осталось от некогда большого леспромхоза. Да, ребят, такое печальное зрелище. Это все происходит с целью добычи металла. Вот так в наше время земля людей кормит. Все, что там есть, выкорчевывается и сдается. Все перелопачено. Все разломано. Продолжается добыча металла. Вот раньше было предприятие. Свет ковыряют, все не выковыривают. Перекопано. Кстати, вот татушка, которая стояла. А вот и обрубленные к ней рельсы. Так что вряд ли она куда-то поедет. Хотя, честно говоря, состояние у нее комплектное. Ну, сейчас посмотрим. Комплектно. Ну-ка, замок специально, все правильно. Да, вполне живой пульт. Вполне живая техника. Вниз заглядывать на карданы смотреть. Ага. Ну-ка, что у нее под юбкой? Да, вполне. Привода целые. Круто. Интересно, как сделали. Приварили накладки, как маленький бордюрчик.
чтобы всякая всячина отсюда не вываливалась на ходу. И, кстати, как заблокировали двери, наварили прутик, чтобы ни у каких дельцов не возникало желания все это дело вскрыть и спереть. Очень правильно и грамотно сделали, сохраняют тепловоз. Вот так бывает, идешь, порой идешь. А что это такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, а это прицеп к дрезине. Вот как раз кто охотой занимается, спокойно можно его приспособить. Но делать мы этого не будем. Это не наше, это чужое, мы это не берем. И вам не советуем. Внутри стоит еще чья-то дрезина. Собственно, для нее и гараж. Ну, так принято на узкоколейках. Гараж для пионерки. Тоже вагончик на вечной стоянке. Весь завален. У него там даже пути еще остались. Какие-никакие. А вот буфер уже сняли. Металлисты, но не те, которые слушают тяжелую музыку. А мы припарковались рядом с кузовом вагона. Обычный узкоколейный вагон ПВ-40. Уже на брюхе. Кому интересно, 64-31. 40 вагонов. Прикольная лавочка была. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Ламбур. Сапоги. Да, как такая бытовка использовалась. Места, конечно, мало. Окошечко прикольное. Да, окошко, походу, родное. Полочка. Да, его знатно перестроили. Окошки, да, кстати. Вроде родные рамы. Вентиляция. Нет, освещение. Вот настало время разгрузки. Запаска для прицепа. Ну, тоже часто спрашивают, а как дрезину-то доставить? Она ж тяжелая. Все дела. Она, и она отлично по земле ездит, ребят. Просайгачила вообще в легкую. Да, так получилось, что у нас уже закат, а ехать нам вон туда. Видите, я не вижу, а дорога там есть. Так что давайте ставиться на рельсы и в путь. Только что побеседовали с представителем местного охотхозяйства Петр Афанасьевич. Человек, который фактически содержит эту железную дорогу в более-менее подобающем виде. Настращал. Говорит, на узких колесах не проедете. Дело в том, что на запущенных узколейных дорогах наваривают полосу к колесу, тем самым увеличивая ширину поверхности катания. Сказал, голову сломать хотите, поезжайте. Ну, поехали. Да, видно, редко здесь ездят. Кто-то проезжал, вон трава примята. Ехать будем долго и аккуратно. Может и нет. Здесь помню. Да, накатик слабенький есть, а вон там, там гаражик с пионеркой, кто-то себе даже путь проложил. Ладно, поехали. А то начинают жрать уже судящие друзья. Да, вот отсюда накат уже чувствуется.
как мы его пройдем? Ногой? Как-то я от него ногой отталкиваюсь. Ну как-то вот, вот так вот. Так, Миш, давай поближе ко мне. Я его ногой туда перекину. Дай газу. Прям по роже, а? Волочь. Ну, надеюсь, теперь лицо не покроется волдырями. Да. Скорее только остряк был. Вот разруха что творит. Когда-то было огромное предприятие, леспромхоз. Вон тут остатки подвижного состава. Еще герб СССР читается. Вон, поехали дальше. Афанасьич сказал, что на 4-м километре моста больше нет. Посмотрим. Стрелочка. Остатки подвижного состава, платформы. Нет, это кабина просто. Это идея. Под собой бензопилу и бензотриммер. Да, правило номер 35. Всегда бери топор. Регулярно его нарушаю и регулярно об этом жалею. Остатки производственных предприятий. Гигантский борщевик. Мы его давим. Боремся с борщевиком. И пошла лесная магистраль, друзья. Что такое? Что-то он сделал пых. В то не самом подходящем месте. Да. Да, я попробую его дернуть. И, скорее всего, просто пнул его обратно. Да, 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 такое бывает. Ну-кась. Конечно же, крапива. Все. Бензин. Бензин, да, мы же наездили. Это бензин. Ну, давайте заправляться. Такие двигатели не ломаются. Вот, бензобак. Фонда почти. Почти. Ямахи на мотике? Да, бенз. Лучше. Все, под горлышко. Пакуемся и едем дальше. Борщевик. Все, поехали дальше. Борщевики, трепещите. Давим гада. Поверженный воин зонтиковых войск. Крапива и борщевик. Вот это сочетание. Красота, дорога боли. Вон они огромные какие. Стрелка виднеется, стрелки, все, прошли ее. Ну и вот она дальше, магистраль пошла.
Ну как магистраль? Накат есть. Вообще везде. Да, тут еще крапивы хватает. Дорога боль. Дорога страданий. Но зато красиво и закат уже. Проехав чуть-чуть, стало уже намного легче. Быстрее стрёмно. Кто помнит фильм 90 какого там года, напишите в комментариях. Самый первый Mortal Kombat. Там была эпичная драка Скорпиона с кем-то. Вот прям лес похож. Прям вот как будто здесь это все было. Кто знает, может и здесь. Ягодки. Мох. Друзья, вот это одеяло. Вот он, нежнейший. Ребят, самое интересное, это как рельсы дрожат, когда мы по ним едем. Это звуки от накладок. Все это держится на соплях. На честном слове, мы сейчас еще ни разу не сошли. А по бокам жуткий лес колдун. Там темно даже днем. Очень не хотелось бы тут остановиться без возможности. Ай, боль. Прямо крапивой по ноге. По мостам лучше ехать очень медленно. Хотя здесь видно, он в хорошем состоянии. Следят за линией по мере возможности. Не совсем железнодорожный стук колес из-за того, что много растительности. Колесо давит эту траву. Вон ее сколько. Поверхность катания сильно загрязнена. Поэтому на таких дорогах лучше всего иметь полноприводную дрезину. По одной простой причине. Когда привод на одну ось, она как кирпич, ее хрен разгонишь, хрен остановишь. Она боксует и юзит. Но на полном приводе намного лучше. Я хотел тоже это предложить. Птица какая-то. В общем, друзья, офигенная дикая природа. Посмотрите туда. Прям National Geographic. Дрезиныч. Посмотрим, что тут как вообще. А, наелась коптилка. Тут я уже очистил. Давайте посмотрим. Да, нормально все. Все хорошо. Помните, на мост погуляем.